Добрый день, дорогие подписчики и гости канала Истина Таро. Вас приветствует Катерина. Сегодня я проведу один из сильнейших, из одних очень мощных заговоров, который называется «Вернуть любимого человека по фото». Данный заговор вы можете проводить в данный момент сейчас со мной, имея изображение вашего любимого человека в любых его проявлениях. Это может быть как фото из соцсетей, таких как, например, Facebook, Instagram, ВКонтакте, либо какие-то другие соцсети. Это может быть изображение в каких-то мессенджерах. Это может быть все что угодно. Главное, чтобы изображение вашего любимого человека было сейчас перед вами. Данный заговор является общим, подходит как для мужчин, так и для женщин. Проводить его нужно в любое время суток, когда вы этого захотите и когда вы почувствуете, что данный заговор вам необходим. Я с уверенностью могу сказать, что мне подвластно абсолютно все. Настоящее, прошлое и будущее в моих силах вернуть любимого человека, воссоединить семьи, помирить детей и родителей, а также сделать мощный заговор на приворот вашего любимого человека по фото, либо по какому-либо другому изображению. Главное, чтобы оно было всегда при вас. Возможно, перед тем, как провести данный заговор, я еще раз повторюсь, что он общий, подходит как мужчинам, так и для женщин. Также, в частности, он подходит для людей, которые, находясь в парах, чувствуют, что между вами произошли какие-то сбои, какие-то разногласия, что ваши отношения начали охладевать. Возможно, ваша вторая половина перестала обращать на вас внимание, либо уделять вам должного внимания. Возможно, вы заподозрили, что у вашего любимого человека появилась другая женщина, или он стал обращать внимание на других женщин. Возможно, то, что между вами перестали быть те пылкие, те сильные отношения, которые были раньше, что человек как будто бы поменялся. Либо вы стали замечать, что в вашей жизни все пошло на спад. Вот знаете, есть белые и черные полосы. Если в вашей жизни сейчас настала эта черная полоса, которую вы считаете, что связана с вашим любимым человеком, то вам обязательно нужно слушать данный заговор. Он является очень мощным, очень сильным. Это магический заговор. Я призываю высшие силы на помощь ко мне, на помощь, чтобы воссоединить вас с вашей семьей. Мои силы направлены на благое дело с высшими силами. Перед тем, как проводить данный обряд, я провожу особый ритуал подготовки и усиливаю его при помощи свечи, так как огонь в данном случае это та стихия, которая поможет нам укрепить ваш союз, и соль, которая поможет очистить то все плохое, что между вами есть. Также, благодаря данному заговору, еще раз повторюсь, он очень сильный и очень мощный. Перед тем, как его делать, просто подумайте о том, что на помощи сейчас очень сильные высшие силы. Те силы, которые я даже не могу произносить, чтобы лишний раз как бы не волновать их. Я сейчас провожу данный заговор со свечой и солью. Вам понадобится же иметь изображение любимого человека и представлять его всегда рядом с собой на данный момент. Держите фотографию возле себя. Вы можете поднести эту фотографию к изображению, к экрану, сквозь пламя свечи, и прослушать то заклинание, которое я буду говорить. Слушать его, как я произношу, нужно от начала до конца. Это является обязательным условием.
И чем чаще вы будете его слушать, тем быстрее усилится действие данного заговора. Если же вы все будете делать правильно, то вы увидите, как быстро данный ритуал сработает. Но нужно делать все правильно, соблюдая все правила. Итак, вспомните имя вашего любимого человека, посмотрите на фото, подумайте еще раз, хотите ли вы такой сильный приворот. Если же вы все-таки определили, что это вам нужно, слушайте внимательно меня и повторяйте за мной то, что я буду сейчас произносить. Итак, начинаем. Сила огня, наполни меня. Заклинаю своего возлюбленного, имя его. Куда тебе не повернуться, все одно ко мне тянуться. Лишь со мной тебе быть, со мной эту жажду утолить. Истина. Аминь. При этом вам необходимо войти в это состояние взаимодействия со стихией огонь, почувствовать себя частью этой силы. Когда вы выполните данный ритуал правильно, у вас возникнет стойкое ощущение внутреннего огня. Это значит, что ритуал сработал и набирает полную магическую силу. Повторяйте этот обряд столько раз, сколько будет вам подсказывать ваше сердце и ваша душа. Поверьте, данный заговор подействует моментально. Самое главное – придерживаться тех условий, которые указаны на видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, какие следующие видео, заговоры или расклады на картах Таро вы бы хотели видеть. Возможно, вы бы хотели видеть комбинированные расклады на картах Таро, заговоры. Возможно, вы хотите провести очищение между вами и вашим партнером с помощью свечи или на воске, или гадание на воске и воде. Пишите, я обязательно отвечу на ваши комментарии, обязательно помогу вам сделать заговоры на различные проблемы жизненные, которые у вас есть. Это могут быть заговоры на беременность, заговор на то, чтобы найти новую работу, либо заговор на мужа, на жену, да все что угодно. Все жизненные проблемы, которые у вас есть, если вам подсказывает ваше сердце и вы хотите мне написать, обязательно пишите в комментариях. Я всегда вам помогу и всегда вам на все отвечу. С вами была я, Катерина Таро. Жду ваших писем, комментариев и лайков. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Катерина Таро.